Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Чем могу быть полезен? Конечно. Я еще продержусь. Слабый сигнал какого-то коммуникатора. Не могу определить направление из-за гетских помех. Еще не могу определить направление. Есть признаки движения. Элис
Элизабет может быть еще там. Прошло всего несколько дней. Она моя дочь. Я буду надеяться до последнего. Уже близко. Разобраться с гетами важнее. Держитесь на расстоянии. Боже правый, Джонг, они явно не геты. Отойдите, Джулианна. Кто вы? Что вам нужно? Капитан Шепард, я здесь, чтобы помочь вам разобраться с гетами. Видите? Не стоило волноваться. А вы слишком доверчивы, Джулианна. Как хорошо встретить дружелюбное лицо. Боже правый, я думала, мы последние выжившие на планете. Вайдань и некоторые поселенцы из Надежды Джу все еще живы. Вы же сказали, что они погибли. Я сказал, что они, вероятно, погибли. Они выжили, несмотря на постоянные атаки гетов. Мы знаем, что это такое. Эти проклятые синтетики не знают жалости. Я сделаю все возможное, чтобы спасти вас от них. Но мне нужна информация. Что за информация? Не обращайте на него внимания, дорогой капитан. Геты в штаб-квартире Экзогени, дальше по аэрошоссе. Это штаб-квартира – частная собственность, солдат. Убивайте гетов, но ничего там не трогайте. Меня не интересуют секреты вашей компании. Капитан, пока вы не ушли, моя дочь Элизабет, она пропала. Лучше им не тратить время на ее поиски. Мы произведем подсчет жертв, когда оттуда уйдут геты. Это вы так говорите о моей дочери? Она еще жива, я знаю. Где ваша дочь, Джулианна? Боже правый, она была в здании Экзогени, когда началась атака. Ах да, там имеется несколько мест, где можно спрятаться ненадолго.
Если она там, я постараюсь помочь ей. Спасибо, дорогой капитан. Спасибо. Для чего использовалось это здание? Ах да, мы переделали его в штаб-квартиру Экзогени. Там в основном рабочие кабинеты и несколько научно-исследовательских лабораторий. В Экзогени мастера переделывать все и вся. Должна же была компания получать какую-то прибыль, Джулианна. Феррес еще далек от того, чтобы вести автономное хозяйство. Вы знаете, какова цель гетов? Не имею ни малейшего представления. Мы точно не находили ничего ценного. О чем Экзогени нам без устали напоминает. Мы должны как-то возместить наши убытки. Ничего личного. Расскажите мне о колонии. Мы обосновались здесь 4 года назад. До нападения рост был стабильным. Больше всего нас беспокоило отсутствие ресурсов. Здесь нет почти ничего ценного. Тем не менее, мы справляемся. Я даже начала чувствовать себя как дома. Что привело вас сюда? Я думала, это будет началом новой жизни. Боже правый. Я хотела улететь туда, где смогу менять жизни людей к лучшему. А теперь все, чего мы добились, разрушено. Трудно не потерять надежду. А почему вы отделились от колонии Надежды Джу? Большинство из нас жило рядом со зданием Экзогени. Надежда Джу использовалась в основном как порт. Когда напали геты, мы разбежались. Пока вы не рассказали нам о других выживших, мы думали, что все остальные погибли во время первой атаки. Если бы мы знали, что они живы, мы бы попытались найти их. Они сейчас в относительной безопасности. Может, вам стоит пойти туда? Нет, нет, нет. Не думаю, что это хорошая идея. У нас нет транспорта, а на аэрошоссе небезопасно. Боже правый, Джонг, в этом здании небезопаснее. Послушай, лучше всего нам сейчас тихо сидеть и ждать подкрепления от компании. Рано или поздно оно прибудет. Где ваша дочь, Джулианна? Где-то в штаб-квартире Экзогени, я надеюсь. Оставайтесь здесь, пока я не выясню, что затеяли геты. Конечно. И, пожалуйста, не забудьте, если увидите мою дочь. Они выжили там. Они легко справятся. Через несколько недель никто из колонистов и не вспомнит об этой планете. Корпорация Экзогени благодарит вас за помощь в обеспечении... Ну да. Для них не составит труда найти их. Может, попросить их о помощи? Сделки такого рода заключаются не так уж часто. Министерство колоний смотрит сквозь пальцы на положение дел на планетах. Через несколько недель... По крайней мере, этим людям заплатили. Некоторые того не получают. Корпорация Экзогени благодарит вас за помощь в обеспечении безопасности ее колониального имущества. Совет директоров открывает свои счета не для всякого. Колонизация – рисковое дело. Не всегда все идет так, как хотелось бы. По крайней мере, этим людям заплатили. Некоторые того не получают. Я надеялся, что вы найдете время поговорить со мной. У меня небольшая проблема. Что вам нужно? Ну, мне нужно получить кое-какие данные. Вы быстро управитесь, а я хорошо заплачу. На словах легко. А в чем подвох? Никакого подвоха. Ну, дельце опасное, но не для таких, как вы. И что только заставляет окружающих думать, что нам нравится попадать в опасные ситуации? Ну, все не настолько плохо, честно. Ну вот, вам нужно найти мою консоль в штаб-квартире Экзогени и переписать данные с нее на этот ОНД. Все просто. Я поищу их, если будет время. Ну, благодарю за помощь. Данные могут стоить очень дорого. Ну, конечно, если мне повезет, и я все-таки выберусь с этой планеты. Расскажите о данных, которые вам нужны. Ну, это схемы новых прототипов улучшений. Я внештатный разработчик. Ну и на некоторые мои улучшения очень большой спрос. Почему вы остаетесь здесь, если ваше мастерство так высоко ценится? Да черт его знает. Ну, может, во мне есть дух приключений. Да и постоянная работа мне не нравится. Наемникам не нужно думать о сроках, планах и начальстве. Ну, пока есть на что жить. Нам пора идти.
Ну, только не забудьте о моей просьбе. Большинство людей не понимает, насколько опасно жить в колониях. Корпорация «Экзогени» благодарит вас за помощь в обеспечении безопасности ее колониального имущества. Я рада, что все хорошо закончилось. Колонизация планет по природе своей – опасное предприятие. Большинство людей не понимает, насколько... Представьте, как красиво тут было в период расцвета. И этой планете геты принесли одни разрушения, как всегда. Противостоять такому врагу невозможно. Они уничтожили наши защитные сооружения за минуты. Если мне удастся выжить, я вернусь на Землю. Хуже, чем сейчас, быть уже не может. Если бы только в «Экзогене» поддерживали нас с самого начала. Этого не произошло бы, если бы «Экзогене» поддерживала нас с самого начала. Мы просили о помощи с самого начала, но нас не слушали. Фера смог стать хорошей колонией, если бы мы получили необходимую поддержку. Надеюсь, у вас будет больше шансов против гетов. Геты не оставили нам ни единого шанса. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь восстановить эту колонию. Мы не знаем, откуда пришли геты. Никто не предупреждал нас, что жить в колонии будет настолько опасно. Мы сражались за колонию изо всех сил, но мы не солдаты. Мы пытались дать отпор гетам своими силами, но их было слишком много. Мы бились за колонию из последних сил. Противостоять так... Они уничтожат... Если мне удастся... Хуже, чем сейчас, быть уже не может. А чем они основали колонию, если не собирались ее защищать? Мы были в ловушке несколько дней. «Экзогени» интересует больше защита ее инвестиций, чем защита колонии. В «Экзогени» с самого начала могли предотвратить этот ужас. Все закончилось в считанные часы. Геты полностью нас разбили. А скорее бы все это закончилось. Когда такие существа появляются на пороге, вряд ли можно что-то сделать. Мы не солдаты, у нас не было шансов отразить нападение гетов. Мы были... А чем они основали колонию, если не собирались ее защищать? Вы ведь сможете помочь нам, иначе мы обречены. Черт, ну почему же нас не предупредили об опасности с самого начала? Жизнь в колонии просто ужасна. Феррес выстоит. Колонии просто нужно немного помочь. Вы ведь сможете помочь нам, иначе мы обречены. Эта атака застала нас врасплох. Думаю, многие колонии страдают от недостатка средств. Геты напали неожиданно, выстоять против них невозможно. Каждая колония заслуживает шанс. Эта атака застала нас врасплох. Даже по развалинам видно, как величественна была культура Протеан. Когда-то этот город был чудом протеанских технологий. Теперь это кладбище. Что я могу сделать для вас, дорогой капитан? Оставайтесь здесь, пока я не выясню, что затеяли геты. Конечно. И, пожалуйста, не забудьте, если увидите мою дочь. Пожалуйста, постарайтесь сократить стрельбу в здании «Экзогени» до минимума. Мы хотим минимизировать ущерб. Ах да, еще я должен сообщить, что компания не несет ответственности за травмы, полученные вами в здании. Неужели вы настолько не доверяете людям? Мне нравятся люди. И еще больше нравятся те, кто помогает компании «Экзогени» получать доход. Кто-то должен заботиться об интересах компании, а кроме меня некому. Расскажите мне об «Экзогени». Пожалуйста. Корпорация «Экзогени» является главным колонизатором в новых условиях межпланетной экономики. В сочетании с нашими основными деловыми интересами, исследования планет предлагают хорошие инвестиционные возможности для акционеров. Что за основные интересы компании? У «Экзогени» много дочерних компаний в самых различных областях. Наиболее перспективные связаны с технологиями инопланетян. Мы занимаемся и другими сферами, но для Ферроса это не актуально. Есть идеи, почему геты напали на вас? Никаких. Нам самим пока не удалось тут ничего найти. Я не знаю, что они хотят отнять у нас. Тут для колонии-то едва средств хватает.
Расскажите о себе, Джонг. О себе? Меня послали сюда с обычным заданием оценить потенциальную доходность. Нападение для меня стало неожиданностью. С тех пор я здесь и застрял. Жду не дождусь, когда головной офис вытащит меня отсюда. Я пошла. Пожалуйста, будьте осторожнее в штаб-квартире. Давайте обойдемся без лишних разрушений. Представьте, как красиво тут было в период расцвета. И этой планете Геты принесли одни разрушения, как всегда. Шоссе кишит гетами. Пакет в безопасности. Мы уходим. Thank you.
тут обосновались? Когда мы заберемся внутрь, сопротивление будет отчаянным. Наше оружие не разрушит это поле. Нужно найти другой вход. В этом месте можно только спуститься, Шепард. Извините.
Я думала, это гетты или варены. Теперь вы в безопасности. Но что вы здесь делаете? Я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль геттов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Мы уйдем отсюда, как только узнаем, что задумали гетты. Гетты — это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до... Я пришла сюда разобраться с геттами. Мне важно знать их цели. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Тарианина. Тарианин? Что это такое? Это местная форма жизни. Экзогени занималась ее изучением. Что еще вы можете мне рассказать? Знаете, где искать этого Тарианина? Полагаю, да, но туда не добраться, пока всюду шныряют гетты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда, пройти через это поле. Вы знаете, как его отключить? Не уверена, но думаю, его подпитывают с корабля геттов. Я заметила, что гетты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но это довольно опасно. Расскажите мне о себе. Я просто лаборант в Экзогене. Я прилетела сюда с матерью. Я даже не знаю, выжила ли она. Сейчас она с другими людьми из колонии. Пока ей ничего не угрожает. Она жива? О, слава богу! Я думала, что я осталась одна. Пожалуйста, капитан, отключите это поле, чтобы я смогла увидеть мать. Вы знаете, почему гетты интересуются Тарианином? Это просто растение. Не знаю, зачем оно геттам. Его исследовали ученые из Экзогени, но, кажется, не обнаружили ничего особенного. Расскажите, что вам известно о Тарианине? Я не так уж много знаю. Ну, по-моему, это что-то вроде растения. Оно очень старое, может, несколько тысяч лет. Оставайтесь здесь, я расчищу путь. Вот, возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. Удачи вам. Ну как? Как только вы уйдете, я спрячусь и буду ждать. Оставайтесь здесь. Удачи вам. Чёртов виртуал! Дай доступ к зашифрованным файлам! Нет! Дался мне твой идиотский протокол! Не могу выполнить запрос. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику. Чёртова машина! Быстро отвечай мне, или я разнесу твою виртуальную задницу на куски!
Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения 4-го уровня допуска, либо сообщите... Виртуал недоделанный. В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Отлично. Как раз хочется кого-нибудь Корпорация «Экзогений» напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бэйнэм. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Бэйнэм. Вам что-нибудь нужно, доктор Бэйнэм? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Сообщи мне все, что сообщил Крогану. Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в Надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Какая связь между Надеждой Джу и Торианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу. Расскажи мне все, что ты знаешь о Торианине. Торианин – это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из Надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. В Экзогене знали, что произойдет с этими людьми. Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Это объясняет их странное поведение. Нужно предупредить вашего пилота. Джокер, вызываю Джокера. Черт, поле блокирует сигнал. Нужно как-то обойти поле и вернуться в Надежду Джу. В.И., что ты можешь рассказать о корабле Гетов и о поле, которое он создает? У меня ограниченные данные по Гетам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить ее источник. Что тебе известно о Гетах? У меня нет данных о Гетах в этом здании. С момента их появления все мои датчики были намеренным образом выведены из строя. Я хочу узнать о корпорации Экзогени. Экзогени? Корпорация, основанная людьми, которая является колонизатором в условиях новой галактической экономики. Экзогени финансирует развитие колоний и гарантирует право людей на использование ресурсов. Возможные запросы относительно политики компании следует направлять в информационный центр Экзогени. Кто здесь главный? Кто руководил исследованиями? Все решения по поводу анализа местных ресурсов и находок принимает местный руководящий персонал, за исключением тех случаев, когда ежеквартальные квоты превышаются или не выполняются. Данные о сотрудниках строго конфиденциальны. Открой мои личные файлы. Элизабет Бэйнэм, младший научный сотрудник, биомедицинский отдел, 4-й уровень допуска. В данный момент вам объявлен выговор за несогласие с руководством по поводу утвержденной политики компании. Эти санкции могут быть сняты, если вы успешно пройдете следующую аттестацию. За что меня подвергли взысканию? Ваш статус был обозначен как агрессивный. Во время выполнения операции в Надежде Джу вы выразили протест проведению опытов на колонистах. В результате
вам было поручено осуществлять наблюдение за безопасностью колонистов на протяжении всего исследования. Расскажи мне о Торианине. Вид 37 был обнаружен несколько недель назад, когда небольшая группа была заражена спорами во время раскопок развалин близ Надежды Джу. В колонии немедленно был введен карантин и началось исследование инфекции. Через 21 день у 58% колонистов наблюдались изменения в поведении. Через 28 дней у 85%. Это разумное существо? Можно ли с ним общаться? Торианин не демонстрирует ярко выраженного поведения хищника. Распространение спор – это действие, направленное на выживание, а не агрессия. Он вызывает определенное поведение в людях, но мы еще не знаем, способен ли он понимать, что они нечто большее, чем просто орудие. Он достаточно чужероден, чтобы на данный момент быть подвергнутым классификации. Ты знаешь, как растение контролирует своих рабов? В случае отказа выполнять приказы хозяина, зараженный ощущает сильную боль. Она настолько сильна, что у зараженного вырабатывается рефлекс, не позволяющий им сопротивляться. Предполагается, что Торианин воспринимает своих подчиненных как полезное орудие. Он относится к ним с определенной бережностью, не допуская травм, как ремесленник бережет свои инструменты. Если их действия не противоречат намерениям хозяина, им позволено имитировать обычную жизнедеятельность, пока они не получат определенное задание. Каковы размеры этого организма? Торианин имеет разветвленную структуру. В крупных нервных узлах он перерабатывает информацию, которую получает благодаря своим километровым отросткам. Было установлено, что диаметр нервных узлов примерно равен метру. Считается, что этого недостаточно для координации большого объема получаемой информации. Либо он обрабатывает информацию очень медленно, либо обладает мощным нервным узлом, который мы пока не обнаружили. Где центр этой штуки? Торианин присутствует в виде переплетения отростков, разросшихся по всему Феросу. Наблюдения за порабощенными индивидами предполагают существование ключевых узлов, состояние которых и поддерживают данные индивиды. К сожалению, непосредственное наблюдение за видом 37 ограничено, либо не существует. Этого пока достаточно. Перехожу в режим ожидания. Сомневаюсь, что кто-то выжил. Геты такого не допускают. Здесь была научная база. Место, где получали знания. Роль скотобойни для нее не подходит. Если оно поступает с корабля. Это будет трудно. Можно проверить другие опоры на предметы изъяна, но геты делают все на совесть. Здесь была научная база. Место, где получали знания. Роль скотобойни для нее не подходит. Похоже, это место имеет какое-то особое значение для гетов.
Неужели они приспособили это помещение под храм? Геты стирают грань между органической и синтетической жизнью. Вполне естественно, что они ищут поддержки у высшей силы. Здесь была научная база. Место, где получали знания. Роль скотобойни для нее не подходит. Сомневаюсь, что кто-то выжил. Геты такого не допускают.
То же, что и раньше. У нас нет оружия, способного сбить эту опору. Продолжим осмотр. Не было слабых мест, а если отсоединим одну, корабль упадет. Прекрасно. Поле, преграждающее выход, сейчас отключится. Теперь нам нужно разобрать... Надеюсь, там было полно этих ублюдков-гетов. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, прием. Капитан, не пугайте меня. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Долбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбяки. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. Мы уходим. Но перед уходом очистим это место от синтетиков.
Сомневаюсь, что кто-то выжил. Геты такого не допускают. Вот и вы! Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно. Вы сказали, что ничего не знаете о Трианине. Я не люблю, когда мне лгут. Я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда геты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Трианина, но питание отключилось. Я не хотела этого. Вы сделали, что смогли. Я помогу вам, если вы скажете, где Трианин. Трианин под надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем как раз перед нападением гетов. Но почему геты ищут Трианина? Зачем он Сарану? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры гетов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Меня кто-нибудь слышит? Отойди от радио!
чем дело. Это Джулиана Бэйном из колонии Феррес. Пожалуйста, помогите нам. Это моя мама! Остановите! Остановите машину! Ты не сделаешь этого, Джонг. Всем заткнуться! Дайте подумать! Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард! Так и знал, что не стоит надеяться на то, что гетты вас прикончат. В базе данных Экзогени я обнаружил интересные сведения о вас. Я знаю, что вы сделали во время Блица, но ваше геройство здесь не нужно. Не в этот раз, Джонг. Сейчас вы передумаете и позволите им уйти. Вы не понимаете. Все не так просто. Связь восстановлена. Экзогени хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Значит, вам нужен Тарианин. Уникальное существо Ферроса. О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джу. Существо овладело разумом местных поселенцев. В Экзогене знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите, но никто не хватится пары другой колонистов. Вы осознаете, какой потенциал у этой колонии? Подумайте о рекламных возможностях. Возможности? О чем, черт побери, вы говорите? Назовите это «человечество против хаоса». Можно даже продавать билеты для богатых искателей приключений. Превосходно! Можно даже особенно не развивать здесь инфраструктуру, чтобы подчеркнуть дикое окружение, верно? Меня бесит, что вы сорвете очередной куш. Но если это вернет нас к нормальной жизни, я не против. План может сработать. Погодите, но как быть зараженными колонистами? Нет, нет, они должны исчезнуть. Боже правый, но нельзя же убивать колонистов. Это не их вина. Если вы убьете Тарианина, это остановит инфекцию. Может быть. Все враждебное нужно уничтожить. Должен быть иной способ. Может и есть. Перед тем, как уходить, подойдите ко мне, дорогой капитан. Главное, удостоверьтесь в том, что не осталось никаких улик. Даже по развалинам видно. Вам лучше не тратить зря время. Разберитесь с Тарианином. Вам лучше не тратить зря время. Разберитесь. Эта атака застала нас врасплох. Мы были... Зачем они основали колонию, если не собирались ее защищать? Вы ведь сможете помочь нам. Иначе мы обречены. Если... Хуже, чем... Противостоять. Они уничтожили наши защитные сооружения за минуты. Корпорация Экзоги... Корпорация Экзоги... Корпорация Экзогени благодарит вас за помощь в обеспечении безопасности ее колониального имущества. Ну как, вам удалось найти мое рабочее место в развалинах? Мне удалось найти данные и перенести их на ваш ОНД. Это очень хорошие новости. Спасибо, большущее. Я все равно была там. Не стоит благодарности. Ну, еще раз благодарю, капитан. Вы честно заработали эти деньги. Ну, спасибо еще раз, капитан. Как раз вовремя. Может, нам действительно удастся освободить друзей? Я хочу помочь им. Это я виновата в том, что произошло. Вам лучше... Как раз вовремя. Я рада, что вы поможете нам, дорогой капитан.
Думаю, можно будет избежать потерь среди колонистов. Что вы задумали? Думаю, с помощью нервно-паралитического газа можно обезвредить колонистов. Можно использовать газовые гранаты. Выпускать клубы нервно-паралитического газа – не очень хорошая идея. Этот газ не является оружием. В лабораториях мы использовали инсектицид, который содержит тетрахлопин – ингибитор нервно-мышечной деятельности. Если их нервная система уже ослаблена, то он может воздействовать на них как паралитический реагент. Для этого вполне подойдет оглушающая граната ослабленного действия. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Мы останемся здесь, пока вы не расчистите дорогу. Удачи. Постарайтесь не навредить колонистам, дорогой капитан. Используйте паралитический газ, который я вам дала. Как раз вов... Постарайтесь... Вам лучше не тратить зря время. Разберитесь с Тариамином. Колонистов не трогать, даже если Тарианин заставит их стрелять в нас. Для этого и нужны газовые гранаты. Как скажете, Шепард. Thank you.
Алис. Нам нужно передвинуть одну из секций. Панель управления краном, Шепард. Вы умеете с ним? Я сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. Я должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. Он заставляет остановить тебя. Я не буду. Я не буду!